Алексей Петрович Кошкин крутит гайку на морозе, от мороза матерясь, он висит в невероятной анатомии симфозе. Если ж он изменит позу, все детали рухнут в грязь. И тогда еще 1:20, или может быть 1:40, поднимать их всех придется, чистить, мыть и продувать. И не сможет в результате запустить туду моторы 21-я бригада, чтоб на фрица наступать. А фашист резерв подтянет, подвезет боеприпасы, и во фланг контратака и сутричка засадит нам. И гвардейская бригада не ворвется в град Черкассы, а будет всей своей массой превращаться в битый хлам. А с голодухи брюхо крутит, а на морозе стынут пальцы, и в голове щебечут птицы, и по спине строится пот. Но если посмотреть по сути, ведь если Лёха не накрутит, ведь если Лёха не довертит, победы не произойдет. Ну а помнишь прошлый вторник, лесочек возле речки, там где немец обалдевший с окружения выходил? А у нас же 2 машины, у которых сдохли свечки, а их 4 самоходки и 2 тигра впереди. Алексей Петрович Кошкин стал стратегическим резервом, потому как штаб бригады было некому спасать. Из своей 34-й тигр спалил снарядом первым, несмотря на то, что в битву выходил в одних трусах. А дома сад, а дома гуси и трактора гудят за речкой, и теплый ветер дует в щеку, и спит котенок у крыльца. Вот я вернусь, вот я приеду, спашу все грядки, бабы дурси, поправлю печь, срублю колодец, дожить бы только до конца. Отвернул он наконец-то эту бешеную гайку, починил заснувший дизель, и тот завелся с полпинка. И вперед пошла бригада, и освободил город, проявив умение храбрость, как в советские войска. А танкистов наградили всех медалью за отвагу, а комбригу Соколову отдали красную звезду. Ну а всей ремонтной роте за отличную работу сам главком товарищ Сталин благодарность объявил. Благодарность объявил.